Может быть, это из-за этажности такое ощущение? Это панельное жилье. Тебе еще 40 минут и все, как застройщик. Обрати, пожалуйста, внимание. Камера малютка. Давай доставай бутылку. Не укрыли и не отмыли. Раз, два, три. Че, поможем застройщику? Снимем кусочек на память. Ее кто-то уже пытался открыть. Как говорится, ни к селу, ни к городу. Но здесь, смотри, какой прикол. Цифры видишь отсюда? Нет, конечно. И я тоже не вижу. Обратите внимание на качественный фасад от застройщика. Собака зарыта где-то вот там. Здесь начинается Санкт-Петербург. Друзья, добрый день. С вами Андрей Артемов. И Анна Скребнева. Сегодня мы вам покажем топ-5 самых недорогих новостроек с питерской пропиской. Расскажем про все плюсы и минусы. Устраивайтесь удобнее и внимательно слушайте. Пятое место нашего хит-парада занимает жилой комплекс «Аэросити» от застройщика «Лидер Групп». Комплекс расположен в Шушарах. Это Пушкинский район Санкт-Петербурга. Дома застройщик возводит по панельной технологии с монолитными и панельными перекрытиями. Вентиляция, как в советской панельке, сборная. Дворы простые, с минимум зеленых насаждений. Согласно проектной декларации застройщика, класс энергоэффективности зданий С и Д. И знаете, это странно, так как с классом энергоэффективности Д не то что строить, проектировать не разрешено. В квартирах застройщика тоже есть особенности. Так, в некоторых планировочных решениях стены к соседям из блоков. Соответственно, если будет некачественный монтаж, то шумоизоляция будет посредственной. Лидер Групп очень часто сдает дома с задержкой. Но учитывая стоимость объекта, здесь покупают квартиры. На сегодняшний день стоимость однокомнатной квартиры составляет от 3 700 000 рублей. На вторичном рынке однокомнатную квартиру здесь можно приобрести от 4 400 000 рублей. Ну что, друзья, вот обратите внимание на качественный фасад от застройщика. Недавно сдали дом, а уже видны вот такие подсеки. О чем это нам говорит? О том, что где-то что-то сделали однозначно некачественно. И вот эта система мокрого фасада. Под этой штукатуркой находится утеплитель. А раз вот эти видны подтеки, то, соответственно, скорее всего, где-то накосячили вот с этим металлом, потому что выше идут обычные плиты. И еще для меня, кстати, непонятно... кстати, вот это тоже смотрите. То есть влага бежит вниз, и плюс она еще попадает, я понимаю, под вент-фасад, потому что, вот видите, вот это... Вот здесь она осаживается и, соответственно, не может выйти, потому что здесь все замазано герметиком. Соответственно, как говорится, собака зарыта где-то вот там. Но снизу не видно. Но зато вот здесь даже хорошо видно по окну, как качественно сделано. Еще, кстати, немаловажный вопрос – это энергоэффективность. Почему вот такое здание, а у него энергоэффективность С? Хотя плиты трехслойные, внутри утеплитель. Должно быть, по идее, минимум класс энергоэффективности Б. Она не верила, что мы пройдем. Смотрите, система допуска. Закрытые дворы от Лидер Групп. Спасибо. Так бы мы сюда не смогли бы пройти и насладиться этой красотой. Кстати, я тебе скажу, что урны, скамейки, светодиодное освещение – класс. Ну и, наверное, для Лидер Групп это одна из шикарных площадок, которую я видел. Спортивное оборудование, что-то есть для деток. Вон, смотри, в песочницу приземлился вот такой раненый самолет. Какие-то эти штуки. О, здесь есть любимая прыгалка. Попрыгаешь для нас, для подписчиков, вот в этой штуке. Прощай, Анна Скребнева. 18 лет недвижимости прошли не зря. Фу, мне нравится. Слушай, это вообще на самом деле классная штука. Андрей, пока. Да, я все понял. Я остаюсь. Она остается. О, слушай, здесь еще вторая такая же есть, смотри. Слушай, прикольно сделали. Самолет, да. Такое ощущение, что упал, здесь дети лазают. И песочница мне нравится большая. Двор, ой, кстати, я согрелась. Прикольный. Еще бы. Качели, гнездо. Ну, деревьев, конечно, так во дворе не особо много. Внешний дом смотрится достаточно так красиво и уютно, я бы сказал. Друзья, у Лидер Группы есть
акционы, ипотека для вас. Минимальный первоначальный взнос составит 620 тысяч рублей, а ежемесячный платеж 18 828 рублей. Также здесь есть скидка 1 миллион рублей на покупку одного машиноместа. 50% сверху, а потом сделали скидку и стали продавать их дороже, чем они стоили. А люди просто все расхватывали. Пока есть такая возможность, при учете стоимости квартиры в 3 миллиона 700 тысяч рублей однокомнатной, ну, я считаю, это круто. Так, вот смотрите, вижу отсюда нумерацию. Да, вот, например, вот какой-то подъезд вообще непонятно. Надо именно подходить очень близко. Лично для меня это, конечно, минус. Ты вот отсюда видишь, какие там цифры? А? Цифры видишь отсюда? Нет, конечно. И я тоже не вижу. Но они тут есть. О, классическая штука. Вытереть ноги, система допуска. Ух ты, бас IP, ничего себе. Парадная номер 5. Ну, извините, до парадной здесь, конечно, далеко. Обычный подъезд. Высотность со 2 по 11 этаж. Вторые этажи, первые этажи – это коммерция. 344 минус 348. 4 квартиры на площадке. Хо-хо-хо, заходи. Не система допуска работает. Смотри, смотри, прикольно. Опа. Смотри, смотри, как стекло. О, здесь доводчик или магнит? Ну-ка. О, здесь магнит поставили. То есть смотри, как удобно. Ты с коляской сюда идешь или с пакетами из ленты. И хлоп сюда дверь. И вперед пошла. Но здесь смотри, какой прикол. Угу. Это, конечно, вижу. Нужно загерметизировать, потому что, не дай бог, оно рухнет. Смотри, здесь тоже, кстати, сделает. Похоже, управляйка сделала, да. Магнитный держатель. Слушай, прикольно, кстати, очень недорого. Недорого и нормально. Ну, конечно, вот этот порожек – это минус. И для меня минус. Вот мы сейчас зашли, снег тает, и здесь будет постоянно влага. Потому что вот здесь нужно было сделать углубление, как это стандартно делают. И сюда поставить коврик. Слушай, отделка приличная, да? Да. Слушай, смотрится симпатично. Ну, есть, конечно, такие места. Понятно, что где-то криво подкрасили. Но зато зашито все USB-панелями. Для того, чтобы строители не убили отделку. Почтовые ящики в разные цвета, смотрятся нормально, таблички металлические. Кстати, не все застройщики, которые продают квартиры на порядок дороже, могут себе позволить сделать такие таблички. Кто-то просто это делает, печатает на принтере. И здесь магнит, Андрей. Что там? Магнит. Магнит? Все в магнитах. Но они любят магниты. Система отопления мы тоже красиво закрыли, мне нравится. Да. Но вот эта дверь... Почему здесь нет стекла, вот мне, честно говоря, непонятно. И она вот здесь, как говорится, ни к селу, ни к городу, по мне. Я бы хотел бы здесь видеть обычную алюминиевую прозрачную дверь. Смотрелось бы прикольно. Ты ночью выходишь, дверь закрыта, открываешь дверь, а там тебя ждет там, да. Сюрприз. Кнопка вызова. Обрати внимание, у нас здесь есть указатель, на каком находится этаже. Вот это, похоже, отключен лифт. На каком этаже находится лифт, сейчас спустится к нам. И она, смотри, обычно они стоят горизонтально, вертикально, mm-hmm. вернее, а она немножко под наклоном для того, чтобы было удобнее смотреть. Мне, кстати, нравится потолок, мне нравится подсветка. Я, честно говоря, даже не ожидал от лидер-группы видеть вот такую отделку. Да. Уважаемые жильцы, мусор надо выбрасывать в специально отведенное место, а не оставлять его в лифте. Ну, конечно, зашито USB, я не знаю, это управляющая компания, либо застройщик зашивал. Было бы здорово, если бы натянули хотя бы баннер, написали «Добро пожаловать домой», «Лидер групп», там бла-бла-бла, «Аэросити» и все такое. 11 этаж. Да, вот пленочку надо было снимать. О, ничего себе, какие цифры, просто очуметь. Цифры жираф. Ну, здесь, конечно, вид, смотри, здесь, во-первых, у нас что? Находится система управления лифтами. Ее кто-то уже пытался открыть, повредили. Отделка сама, то есть они штукатурку покрасили какой-то такой краской. Ну, кстати, смотрится ничего. Да. Но вот мотор надо было как-то, не знаю, задекорировать, потому что ну, вот, система вентиляции смотрится как-то так себе. И вот здесь тоже, да, для безопасности. Вот я считаю, что должно быть стекло, потому что когда ты входишь и выходишь, сразу видно, где кто есть. Кто здесь тебя ждет или не ждет. Или как поджидает. Ты вызвал сюрприз. Мне нравится. Наверху указатели квартир, сразу бросается в глаза. Не-не, здесь должно быть нормальной шумкой. 344 и 345. Полотно широченное, двери просто широченные. Здесь больше метра. 1.10 м, может даже 1.15 м. Звонки, как я люблю, на низком уровне. Но, конечно, застройщик, когда все окрасил, сделал не очень аккуратно. И обратите внимание,
То есть вроде на первый взгляд звонок недорогой, но при этом кнопка вызова большая. Смотрится, кстати, прикольно. Коридор широкий. Ну вот это, конечно, внешний вид вот таких изделий. Вот он немножечко, конечно, для меня лично это все портит. А здесь что-то они делали, не доделали. Ну, и система слаботочки. Мою любимую забрала. Это скотч торчит, да, эти еще малярный скотч остался. Что, поможем застройщику, снимем кусочек на память. Раз, два, три, четыре, пять квартир. Да, мне нравится, когда нет эффекта. Мало, уютно, и мне очень нравится, что широченные просто двери. Обычная штукатурка. Ограждающая конструкция. Обычно недорогая, линолеум уже, видите, он выгнуло. Вот это все покрывают из пульверизатора. Не укрыли и не отмыли. Ну и, конечно, сами лестничные марши. Они хоть и завода, ровненькие, красивые были, пока их не смонтировал застройщик и не закрасил краской. Надо было это все закрашивать. Слушай, он так нормально стоит. Да, стекла, конечно, отмоет, наверное, когда-нибудь. Все тут, в принципе. Пойдем вниз и прогуляемся. А давай пешком. С 10-го теперь прокатимся. Да, давай. И здесь тоже есть табло, на котором написано, на каком этаже находится лифт. Не каждый, кстати, согласись, комфорт и бизнес-класс себе может такое позволить. Согласна. Причем здесь цена 3700 от. Это реально очень круто. Лидер групп очень неожиданно. Смотри, какая красота. Смотри, ну если сам еще двор достаточно симпатичный, то вокруг комплекс, как мы с тобой уже обратили внимание, нифига нету. Напротив стройка. Здесь даже, вот я хотел зайти в кафе, чтобы взять чашечку кофе и собрать оборудование, здесь даже этого нет. Элементарного? Элементарного нет. Это понятно, что появится, но через какое-то время. Кстати, здесь не асфальт, а плитка под снежком. Очень приятно. Вон, видишь, тоже дверь открыта. Тепло выходит, за это платят жильцы. А кто-то за собой, подлец, не закрыл дверь. А тоже обращаю внимание, вот вроде козырьки так смотрятся прикольно, да? Ты зашел под навес, на тебя водичка не капает, но это обычный профнастил, и при сильном дожде будет сильно тарабанить. Поэтому не удивлюсь, что жители второго этажа будут все это прекрасно слышать. И вот если подойти сюда, обрати, пожалуйста, внимание, Анна. Да, Андрей, что такое? Какие прекрасные стыки плит. Да. Они, походу, бухие это делали. Это просто жесть. Банавые то ровней. И еще здесь я заметил один момент. В центре кадра есть отверстие в раме. И, соответственно, вся вода с самого верха, с 12 этажа, капает сюда. Ну и, понятно, через какое-то время здесь будут следы подтеков. А потом, соответственно, возможно, и разрешение штукатурного слоя. О, это подвал. Слушай, а здесь открыто в подвал. Вот, Андрей, ты в подвал пошел? Да, я в подвал. Пошли, здесь тепло. Я люблю в подвалы ходить. Ого! Кто же здесь у нас живет? А, тут закрыто. О! А у нас тут ИТП, индивидуальный тепловой пункт. И здесь открыто. Аня, видела когда-нибудь ИТП? Никогда. Заходи. Фонариком посветить надо? А, да, давай. Открывай дверь прямо, я пока эту держу. Вон провода какие-то висят. Ой, не испугался. На себя? Хо-хо-хо. Офигеть, друзья, мы в подвале. Это подвал, бетон, остатки. Андрей, она обратно не открывается? Мы заперты? Да ничего страшного. Поживем здесь. Вон, телефон видишь, не ловит. Арматуру оставили, за нее даже страшно браться, вдруг под напряжением. А это портал закрыли. Что-то у них здесь, видно, не пошло по плану. Так, трубы в теплоизоляции. Смотрю, форсунки для пожаротушения. Забрала. Пена противопожарная, она вот сюда вот такого розового цвета. Выход. Ага, вот ИТП. Это у нас короба. Это у нас, скорее всего, слаботочка пожарка, и здесь еще, возможно, находится оборудование интернет-провайдеров. А здесь, видишь, картоночкой закрыли, наверное,
уплотнителя не хватило. Но самое главное, что это минус второй этаж, и здесь нигде не видно влаги. Слушай, она реально закрыта. Да блин, зараза. Я ведь поверила. Так, а это что такое? 8-я секция, вход в паркинг. Вау. У нас же здесь есть паркинг подземный. На который миллион скидка. На который миллион скидка. О, сколько мест. Они смотри, все мои. А знал? Литы. Вот оно самое низкое место. Здесь находится погружной насос. Сюда стекается вся вода, и он потом его постепенно высасывает. Угу. Можно даже крышечку открыть. Я и хотела. Да, открывается. Слушайте, ну сухо, да? Что-то я здесь не вижу. Влаги нигде. Вижу сотрудника управляющей компании. Красиво смотрится. Высокие потолки. А что, лифт спускается в паркинг? Да это же бизнес-класс, Андрей. О, это бизнес-класс, тогда да. Если есть подземный паркинг, это уже бизнес-класс, а не комфорт. А еще если лифт, это что, премиум? Закрыто. Закрыто, ну все, пока. От меня так просто не избавишься. Слушай, ну это... Ты знаешь, для лидера групп достаточно неплохо, я скажу. Я, честно, удивлена. Я вот тоже удивлен, вот потому удивлена. Что я вот такого не рассчитывал увидеть. И то, что я вижу, хорошо, да, да, да. То смотри, а это, кстати, кладовки от застройщика на европейский манер. У финнов очень часто у них все это не закрыто, вот просто вот решетка стоит, и все, замок повесил, там накидал своего барахла. Ты знаешь, сколько они стоят? Нет, сколько стоят? 100 тысяч рублей квадратный метр, понимаешь? И, вот, кстати, знаешь, что здесь не хватает? Здесь не хватает человеческих указателей. Да. Кстати. Паркинг здесь, выход здесь. Должны быть обычные стрелки. Ну, вот это, ну, конечно... может быть, это еще успеется? Вот здесь я считаю, что нужно было, ну, не знаю, как-то это закрыть стенкой, может быть. Потому что, ну, не знаю, зачем, чтобы это все видели. Причем это вид, знаете, такой, ну, по мне, не очень. Деревьев нифига нет, но зато есть трава. Надо посмотреть на отрисовках. Они есть. Ландшафтный дизайн. Он и есть. Вот тоже смотри, вот он въезд в паркинг. Здесь поставили, вот по мне, такой убогий забор. Почему нельзя было сделать, например, из дерева ступени? Такой маленький свой домашний амфитеатр. А вот там, тут в ту сторону проектор направить, да? Да, прямо как вот раз. Сюда. Слушай, шикарная идея. Шикарно? Может, нам это застройщикам продавать их? Урны, кстати, плюс, что для меня закрытые. Ни вороны, ни собаки не растащат. Кнопка слева, скорее всего, открыта. Ну-ка, дергай. А, да? Ну, да. Где ну, ты тут стоишь? Все забито машинами, это понятно. Напротив стройка, рядом стройка. И в Шушарах это, получается, самая окраина. Но здесь до центра Шушар можно, так сказать, ехать на машине, ехать, наверное, 3 минуты. Тут все очень быстро. Я хотела, знаешь, какую тему поднять? Про паркинг, что он пустой, а здесь все забито. А потому что дорого стоит. Но я вот помню свое детство, когда мы с дедушкой шли в гараж, и это занимало 25 минут. Дорога до работы его была гораздо короче, но мы почему-то шли в этот гараж, оставляли ее там, и пешочком 25 минут до дома. Насколько мы обленились. И если вы покупаете, ну вот я покупаю себе квартиру, почему я не думаю о том, куда поставить свою машину? Нет? Слушай, ну я думаю об этом. Если я понимаю, что, к примеру, у меня нет места, куда я ее буду ставить, и у меня, к примеру, нет возможности приобрести парковочное место, потому что если парковка стоит 1 000 000 рублей, так. То, в принципе, это хороший первоначальный взнос на студию. Угу. Я лично для себя лучше куплю студию, потому что студия мне потом при сдаче принесет деньги, а парковка мне столько денег не принесет. Ну, 5 000, там, ну, 10, в зависимости от парковочного места. А парковка, ну, сколько вот здесь она должна стоить? Она здесь по-нормальному, подземная парковка, должна, чтобы ее покупали, стоить, там, 350 тысяч, там, 250. Ну, для такого расположения, конечно, я согласна. Но продают-то ее дороже. За сколько бы ты купил максимальную цена паркинга должна быть? Паркинга? 250 тысяч я бы заплатил бы, но угу. Больше бы нет. Обрати внимание на машины. Ну вот, наверное, Камри выезжает, самая дорогая, Audi A3. А обрати внимание на все остальные машины. Они угу. Здесь обычно бюджетные. Угу. И когда у тебя машина, ну, не считая Land Rover, когда у тебя машина стоит, там, не знаю, 150, там, 300 тысяч, ты разве заплатишь столько же денег за парковку? Да ты лучше продашь свою машину, добавишь 300 тысяч и купишь себе более новую лохматку. Когда пришло это в нашу жизнь,
оставлять машины во дворах. Раньше такого не было. Ты помнишь, раньше как мы играли не было. В бадминтон? Да, машин-то вышибало. Не было раньше. Ну, гаражные кооперативы тоже, как бы, у кого была машина, она все равно не оставалась на улице. Она была в своем отдельном смотри, домике. Смотри, как люди выезжают. Офигеть. Да вообще. А вот представь чуть пошире. Там BMW X5. Да. А не дай бог у тебя прадик, и ты купил здесь квартиру. Не продал свой прадик. Ну что, едем к нашему топ-4 объекту. Да. Четвертое место в нашем рейтинге – Аквилон Скай от застройщика Аквилон. Смотри, смотри. Самое главное – картон. Картон трогать нельзя. Это ребят, зарплата. А где твоя шапка-ушанка? Мальчишки и девчонки. Па-па-ра-па-па-пам. А также их иностранные специалисты. Комплекс расположен в Невском районе Санкт-Петербурга. Дома монолитные, с вентилируемым фасадом. И здесь, друзья, главное, чтобы качественно смонтировали вентилируемый фасад и утеплитель на фасаде здания. Из плюсов считаю одновременную сдачу всего комплекса, а также зеленые дворы, которые красиво презентует застройщик. До сдачи осталось совсем немножко. Согласно проектной декларации, это четвертый квартал 2022 года. То есть осталось чуть более месяца. И мы посмотрим, как застройщик воплотил свои обещания в реальность. С одной стороны от комплекса видны новостройки, с другой стороны кат и промка. Вид, конечно, на любителя. На момент съемок однокомнатная квартира в этом комплексе стоит от 5 900 000 рублей. А на вторичном рынке однокомнатную квартиру в этом районе можно приобрести от 5 миллионов рублей. Друзья, в этом бюджетном варианте с городской пропиской, к сожалению, нет скидок и акций. Но зато есть выгодная ипотека. Минимальный первоначальный взнос составит 735 тысяч рублей, ежемесячный платеж 16 720 рублей. Рядом от Аквилон Скай находится следующий участник под номером 3, Приневский от СДС. Дома монолитные с облицовкой из фасадного кирпича. Да и в лучших традициях СДС монолитные перекрытия открыты. Но, во-первых, по мне, смотрится это не так красиво. Ну и теплопроводность у бетона одна, у кирпича иная. Монолитные перекрытия на фасаде могли бы закрыть специальными панелями. Смотрелось бы намного интересней. В свои дворы жилого комплекса «Приневский» застройщик ставит минимальное количество детского и спортивного оборудования. Однокомнатную квартиру в жилом комплексе «Приневский» можно приобрести от 4 миллионов 800 тысяч рублей. У некоторых квартир шикарный вид на ТЭЦ. Смотришь в окно и видишь, как из огромных труб поднимается белый пар наверх. Своеобразно. На вторичном рынке, где расположен «Приневский» и «Аквилон Скай», однокомнатную квартиру можно приобрести от 5 миллионов рублей. Друзья, ЦДС приготовил для нас прекрасную скидку 17% от стоимости квартиры. Итак, самая дешевая ипотека будет составлять первоначальный взнос 762 тысячи рублей, а ежемесячный платеж 16 900 рублей. Как вам такое? Илон Маск будет в восторге. Здесь такая же есть эта прыгалка. Но она продавленная. Вас, о, видишь? Слушай, здесь такое ощущение, что она это... Ты уверена? Не очень. У лидер группы понадежнее. Ну, слушай, она красным выделена, как-то интересней. Она не пружинит уже. Помню, мне клиентка сказала, что я хочу именно вид на вот этот, на эти трубы, потому что мне нравится, когда с них идет пар зимой. Он согревает? Согревает, да. Когда в квартире плюс 5 и дали отопление, он согревает. Это промка. Ну, видишь, елочный базар, далеко ходить не нужно. Да ты что? Да, он, видишь, там елочки. Пойдем? Ну, говорить о том, что здесь проблемы с парковкой, это вообще ни о чем не сказать. Времени 14.03. Обратите внимание, просто все забито машинами. Вот, вот свободная такие. Гора. Свободная гора, да-да-да. А если у вас плоскодонка, то здесь ловить нечего. Ямы, машины припаркованы с левой, с правой стороны. Все забито транспортом, все. Вот он, Аквилон. Райских насаждений пока не видно, но зато виден убитый асфальт. Ну, надеюсь, что застройщика обяжут
подремонтировать хотя бы дорогу, чтобы можно было нормально ездить. Приветствуйте, жилой комплекс «Ручьи», и это второе место в нашем топе. Жилой комплекс «Ручьи» расположен в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Комплекс возводится по панельной технологии. Панели между собой крепятся на сварку. Материал фасадов – штукатурка с окраской. По технологии – мокрый фасад. Квартиры все застройщик передает с чистовой отделкой. Из основных минусов для меня – это шумоизоляция и технология строительства. Так, друзья, вам для примера фасадные стены в толщину от 12 до 16 сантиметров. Панели перекрытия в 16 сантиметров толщину. Поэтому, когда услышите стук сверху, не удивляйтесь. Это просто ходят ваши соседи. Да и по вентканалам звук отлично передается. А если услышите хлопок двери, не пугайтесь. Это пришли ваши соседи. С одной стороны жилой комплекс «Ручьи» окружает промка и ЛЭП, с другой стороны советская застройка. Сейчас комплекс подошел вплотную к КАДу, и вид будет ого-го. Однокомнатную квартиру в жилом комплексе «Ручьи» можно приобрести от 4 миллионов 500 тысяч рублей. А на вторичном рынке однокомнатная квартира стоит от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Друзья, в этом жилом комплексе действует постоянная скидка 50 тысяч рублей для иногородних клиентов. На сегодняшний день здесь выгодная ипотека. Первоначальный взнос составляет 735 тысяч рублей, а ежемесячный платеж 14 111 рублей. Вот я не сторонник новостроек от ЛСР. Ни их проектами, ни качеством, ни дворами, ни чем остальным. Но вот после, например, цветного города, когда ты приезжаешь в ручьи, когда ты видишь вот эту невысотность, мне, например, здесь находиться намного комфортнее, Аня, чем в цветном городе. Смотри, какая красивая картинка. Где? Цветной город, квартиры комфорт-класса. Аня, и где же здесь комфорт? У меня дома. Сейчас времени 14 часов 51 минута. Вот она, Муринская дорога. Обратите внимание, огромное количество машин. Пошли, иди первая, я сейчас собью тут тебя. Ань, камыш! Ты в детстве поджигала их? Конечно, у тебя есть зажигалка? Да, есть, у меня и спички есть. Панели поехали, ЛСРовские. Здесь начинается Санкт-Петербург и цветной город, жилой комплекс, который занимает первое место в нашем топе 5 жилых комплексов с бюджетной ценой и городской пропиской. Пойдемте расскажем подробнее. Технология строительства аналогична, как и в жилом комплексе «Ручьи». Это панельное жилье. Я не против панельного домостроения, я наоборот за панельные дома. Но не за ту технологию, по которой строит ЛСР, и то качество жилых зданий, которое видел я. Заезд и выезд с комплекса в часы пик очень плотный. По Мурманской дороге всегда плотное движение, а она вместе с ЛЭП разделяет комплекс на две части. Дворы в комплексе достаточно просты. В этом году на месте карьера застройщик начал возводить детский сад. А напротив детского сада карьер, который заполнен водой. И вместо школы вокруг него кружат чайки и плавают уточки. В некоторых домах уже идут трещины, а от первого этажа до последнего. С парковкой здесь тоже, как вы видите, друзья, достаточно тяжело. 3 часа дня, а двор забит машинами. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 4 миллионов 600 тысяч рублей. А на вторичном рынке однокомнатная квартира будет стоить от 5 миллионов 400 тысяч рублей. Друзья, у застройщика ЛСР действует постоянная скидка размером в 50 тысяч рублей для иногородних клиентов. На сегодняшний день самая дешевая ипотека здесь составит первоначальный взнос размером в 610 тысяч рублей, ежемесячный платеж 13 900 рублей. Андрей. Надо брать, думаешь? Правильно сказала. Надо брать? Да. Нет. Нет? Или да. Я передумала.
У всех этих новостроек, я считаю, есть общий минус. Это отсутствие надлежащего уровня социальных объектов и инфраструктуры, а также парковочных мест для машин. Но есть существенный плюс. Это низкая цена и городская прописка. Тут с тобой не поспоришь. Все эти комплексы я считаю эконом-класса. Хотя застройщик и считает комфорт-классом. Но, к сожалению, в России пока нет официальных критериев по оценке классности новостроек. Если бы я выбирал бы себе квартиру для жизни из нашего топ-5, то я бы рискнул и приобрел бы жилой комплекс Аэросити. Потому что я знаю, что в скором времени проведут трамвайную ветку в Шушары. А это транспортная доступность и плюс к цене моей новой квартиры. А ты бы какую бы квартиру в каком комплексе приобрела бы себе, Анна? Слушай, я люблю север, а на севере у нас ЛСР и моя самая нелюбимая панель. Ручьи. Потому что он ниже. И вот согласись, хоть это и панель, но здесь намного мне, например, лично комфортнее находиться, чем в том же цветном городе, где, как говорится, солнышко божьего не видно. Да, да, здесь не давит вот эта вот этажность, плюс дома разноцветные и не так близко, кстати, друг к другу стоят. Может быть, это из-за этажности такое ощущение, здесь легче дышится. Если вы хотите жить в комфортных условиях, то нужно увеличивать свой бюджет на покупку квартиру. Рассматривать не только Санкт-Петербург, но и также Ленобласть. Потому что в Ленобласти достаточное количество интересных и перспективных проектов. И зачастую из Ленобласти вы быстрее доедете до центра Санкт-Петербурга, нежели живя где-то на окраине Питера. Мы занимаемся всеми видами сделок на первичном рынке, на вторичном рынке, а также на загородном рынке недвижимости. Все контакты и соцсети в описании. Обращайтесь к нам, мы с радостью исполним вашу мечту. С вами были Андрей Артемов и Анна Скребнева. Подписывайтесь на канал, с нами интересно. До скорых встреч, друзья!